А речь пойдет об известном каждому жителю Щелковского городского округа мосту на Пролетарском проспекте. А если быть точнее, о яме, которая совершенно не кстати образовалась с правой стороны, если ехать в сторону города Фрязино. Все бы, конечно, ничего, но яма это действительно мешает. Мало того, что это выглядит просто неэстетично, мы бы назвали это страшным сном перфекциониста или бельмом на глазу нашего чудесного моста. Так это еще и может повлечь за собой определенные последствия, сами знаете какие. К тому же, как и любая яма, наша будет только разрастаться, если вовремя ее не заделать. Из чего следует простой логичный вывод – от нее нужно избавиться, причем как можно скорее. Просим обратить внимание на эту загвоздку, мешающую плавному передвижению по мосту соответствующие службы. Ведь не хотим же мы лишний раз оправдать популярный стереотип о том, что в России только две беды.